Дорофей – мужское имя, древнегреческое – дар богов. Дорофей – замечательный ребенок, настойчивый, жизнерадостный, доброжелательный. Практичен, но приготовьтесь к неожиданным ситуациям и трудностям. Дорофей неравнодушен к искусству, особенно к музыке, любит мультипликационные фильмы. В отличие от других детей, он редко действует импульсивно и почти всегда обдумывает свои поступки. Любит читать книги про великих людей, королей и героев, которые прославились своими подвигами во имя человечества и не прочь помечтать о карьере политика. Дорофею не нравится, когда у других что-то получается, а у него нет, он сделает все возможное, чтобы не отстать. Он постарается овладеть прочными знаниями и научиться достигать своей цели. Взрослый Дорофей все дела планирует тщательно и рассудительно. Дорофей, родившийся в июле, необычайно впечатлителен, все принимает близко к сердцу, его очень легко обидеть. Его жене нужно поддерживать и воодушевлять своего мужа в минуты переживаний и кризисов. Осенние, бывают дважды женаты. Дипломатичны, интеллигентны и помогают друзьям. Они скромны, любят не говорить, а делать дело. Дисциплинированы, подтянуты, любят красиво, со вкусом одеваться. Чем бы они ни занимались, им сопутствует успех. Летние, замкнуты, работают инженерами, врачами-терапевтами, гинекологами, художниками, историками, директорами. Женам помогают во всем, в браке им везет, у них рождаются мальчики. Очень гостеприимны, любят работать на даче, не все срабатываются с начальством. С удовольствием путешествуют и ездят в командировки, не любят сидеть на одном месте. Летние, в браке покладисты, внимательны. Некоторые очень покладисты, терпеливы. Больших высот не достигают. Их поступки обдуманы, они быстро сходятся, но тяжело расстаются с людьми. Им можно доверять тайны, они никогда вас не выдадут. Всегда скромно одеваются. Зимние, конфликтные, им нелегко угодить. Много читают, очень любознательны. Очень сложен, упрям, горд, настойчив в своей работе. У него такой сложный характер, что ему довольно трудно подбирать себе друзей. Мы надеемся, что наше толкование тайны мужского имени Дорофей поможет вам лучше понять свой характер или характер своих знакомых. Конечно, одной расшифровкой и анализом происхождения имени Дорофей нельзя полностью характеризовать мужчину или мальчика, которому оно принадлежит, поэтому на нашем сайте вы также найдете различные гороскопы, страницы о совместимости, узнаете, что означает принадлежность к тем или иным знакам различных календарей. Мы предлагаем вам погрузиться в море тайных знаний и узнать, что обозначает не только имя Дорофей, но и ваш знак зодиака, животное по восточному календарю и многое другое. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.